Всем привет! Снова с вами Придонки, солнечная Мордовия. Сейчас поедем недалеко встречать чудный мотоцикл Иж-конвой, называется он. Это водяной Юпитер с прицепом, с одним колесом на жесткой сцепке. То есть такой вот прицепчик. Ну, все это вы сами увидите. Он уже к нам чит с ижевского форума. У нас не получилось. У ребят получилось. Поэтому сейчас мы встретим, обогреем, накормим, потравим байки. Это второй ижевский форум, а вот в выходные проходил третий ижевский форум, посвященный 90-летию мотоциклов Иж. Ребят поздравили юбиляров в Ижевском музее, музее Иж-Арсенал на набережной. Это Иж-1 и Иж-4. Я не знаю, во сколько Володька выехал, но выехал он явно часов в 6 утра. Потому что я в прошлый раз, у меня удалось выехать только часов, наверное, там 7:30. И дорога мне заняла в ту сторону порядка 12 с гаком там часов. А это 800 километров. Причем, что я останавливался один раз попить чай, завернуть болт там на задней ступице. И один раз я попил еще раз чайку, мне оставалось, наверное, километров 200. А Вовка едет быстро. Заезжай. Ну, там тоже что-то ретро. 21-е. Да, махина такая, этот, длинноходная. Разваливает яло там типа.
отличие от одиночки, есть у мотоцикла валкость, потому что за спиной прицеп на моноколесе. То есть он не так, когда наклоняется в сторону, его валит. То есть если этим пренебречь, то и не видно, что ты едешь на мотоцикле с прицепом. Ощущение интересное, но есть такое чувство, что тебя дергают за спину. То есть из-за того, что колеса сами по себе отрабатывают подвеску, мотоцикл отдельно, а прицеп отдельно, его... Да, с юнкеровским рулем, конечно, интересно. И у меня на Орионе нейтраль на подсосе. Торчик так весело поет. Я как бы сам по себе не фанат Юпитеров, но едет мягко. Вот это вот чувство дергания, она остается, но я думаю, оно просто к нему нужно будет привыкнуть. Так как будто и прицепа нет со мной. Чувство этот, двоякие чувства. Чувства двоякие. Ты вот вроде едешь на одиночке, ты не видишь ничего, то есть ни коляски, а вот то, что тебя дергает назад, это вот чуть-чуть есть. А так вообще красота, мне нравится. Да. Вот ощущаешь буквально первые 100 километров. Потом уже, мне кажется, не чувствуешь. Ну, привыкаешь, это как в порядке вещей. А на маневренность вообще ни на что не влияет. А то там люди как начинают же, диванные эксперты, да лучше обвязаться, да нафиг он нужен. Лучше вот этой вещи. Мне нравится. Это вот где-то... Ну, человек взял и сделал. Да, вот в тесном месте просто развернуться проблематично, особенно когда... Не знаю, я вот как вот сейчас обычно на обычной одиночке разворачивался, нет, то же самое. Если задом, то ну, задом, да. Встать. И байк тяжелый, и прицеп вес имеет. Это вот единственный минус, а так... Классно. Ну что, с вами были Придонки, Солнечная Мордовия и наш гость. Из Белгородчины. Транзитом. Все, берегите себя, до новых встреч. Классно вообще, огонь.